Если захочешь, попробуй себе поставь минимальную цель. Минимальную. Ну, я утрирую, конечно, скажу, допустим, человек отжимается от пола 15 раз. Как минимум ставить себе задачу начать отжиматься там через месяц или через два, там 25-30 раз. Или подтягиваться там, что-то, какие-то результаты все время. Менять себя как минимум в четырех направлениях. Физическом, интеллектуальном, финансовом и жизненный комфорт. Все, как минимум. Если у кого-то есть желание, возможность еще в каких-то направлениях, это только лучше. Если получится сдвинуть себя в четырех, хотя бы четырех этих направлениях, окружение твое начнет тебе говорить, что ты не такой, ты изменился. Увидишь. И, как правило, говорят о изменении или проблемах в обществе, в государстве. Те, кто для себя ничего не делают, ищут проблемы и решение их проблем снаружи. А у нас наши проблемы у нас в голове. В этом парадокс. Маленький еще нюанс такой насчет детей. Тот, кто будет думать, что вот в детях он как-то получит реализацию, глубоко ошибается. Дети так или иначе все равно уйдут в свою жизнь. Это будет через у кого-то через 2-3 года, у кого через 10-12 лет. Неважно, они уйдут в свою жизнь. Без вариантов. И только лишь пример, особенно отца, будет для них всю жизнь в голове. Или отец будет на подъеме. Только лишь в одном случае, когда он будет себя реализовывать. Или отец будет серой массой. В лучшем случае. У психологов есть такое понятие скрины поведения. То есть заложенная модель поведения. И у человека она закладывается с раннего детства. Вкусы, предпочтения, поведение, взгляды, ценности. И когда, об этом мы и говорим, когда дети воспитываются с мамой, то скрины поведения у человека получается на всю жизнь заложены, измененные, материнские, слишком материнские. Соответственно, для мужчины в дальнейшем главная цель в жизни – заработать денег, чтобы была семья. А для женщины ставить все на кон, лишь бы получать выгоду из семьи любыми путями и способами. Вот в этом вся шутка. В этом вся проблема. И даже если это полная семья, но главная мама, в этом мы получаем сейчас во всем обществе результат. Поэтому заниматься нужно только лишь собой.